Национальное агентство инвестиций и приватизации Республики Беларусь приветствует вас. Сегодня мы хотели бы рассказать о ключевых особенностях инвестирования в Республику Беларусь и специфике ведения бизнеса на территории нашей страны. Надеемся, что эта презентация окажется для вас полезной. Такие компании, как Stadler, Kronospan, Huawei, уже ведут бизнес в Беларуси. Вы спросите, почему они пришли именно на этот рынок? Рассказываем. 5 причин инвестировать в Беларусь. Развитые секторы экономики, человеческий потенциал, природные ресурсы, преференциальные режимы и выгодное географическое положение. Неоспоримое преимущество Беларуси – это выгодное географическое положение. Дело в том, что Беларусь находится на стыке двух экономических союзов – Евразийского экономического союза и Европейского союза. А товары, произведенные в Беларуси, могут свободно перемещаться по территории ЕС без уплаты таможенных сборов и пошлин. Наша главная цель и задача – это привлечение прямых иностранных инвестиций. Мы не ставим себе цель привлечения прямых иностранных инвестиций в конкретные отрасли из конкретных регионов. Мы открыты для всех предложений. Значительные объемы инвестиций в основной капитал использованы на реализацию инвестиционных проектов по строительству Белорусской АЭС, горно-обогатительного комплекса Старобинского месторождения и ООО «Славкалий», установки замедленного коксования нефтяных остатков и ООО «Нафтан». Следующее преимущество – это развитые секторы экономики. Промышленный комплекс Беларуси формирует четверть создаваемого ВВП и занятого населения и большую часть валютных поступлений. Сельское хозяйство в Беларуси специализировано на выращивании типичных для умеренных широт культур. В растениеводстве преобладают зерновые, преимущественно ячмень, рожь, пшеница, картофель, кормовые культуры. В связи со структурными преобразованиями и ориентацией на возобновляемые источники энергии в республике расширяются объемы возделывания зернобобовых и масличных культур. В Беларуси сосредоточено около 16% мировых посевов льна или более 20% его посевов на европейском континенте. В животноводстве в основном выращивается крупный рогатый скот для производства молока и мяса, а также свиньи и птица. Беларусь по выручке от IT-услуг обогнала всех известных мировых лидеров, включая США, Индию и Корею. Услугами белорусских программистов пользуются сотни западных и азиатских компаний. Во многом это произошло благодаря созданию благоприятных условий, например, созданию парка высоких технологий, а также в 2018 году ввели новое законодательство в сфере регулирования цифровой экономики. По сути, оно превратило Беларусь в одну из самых комфортных стран мира для ведения IT-бизнеса. Полагаю, наш самый главный актив – это высококвалифицированные белорусские кадры. Согласно ПРООН, Беларусь входит в группу стран с высоким человеческим потенциалом – 53-е место среди 180 стран. Наши специалисты действительно трудолюбивы и высококвалифицированные. Это доказывают следующие данные. 98% населения имеет профессиональное образование. В стране действует более 50 вузов различного профиля. А также на регулярной основе осуществляются программы обмена студентами за рубежом. Среднемесячная номинальная заработная плата по Беларуси в среднем составляет 508 долларов США, а по городу Минску, столице Беларуси, 730 долларов США. Территория Республики Беларусь составляет более 200 тысяч километров квадратных. Многие думают, что это немного, но это больше, чем территория Швейцарии, Дании, Бельгии, а также стран-соседей Латвии и Литвы. И теперь представьте, что на этой территории 40% составляют сельскохозяйственные земли, 43% – лесные земли, 6% – поверхностные воды, включая болота, а 11% – это прочие земли. Беларусь богата пресноводными ресурсами. Подземные воды Беларуси отличаются хорошими свойствами, и это позволяет обеспечивать высокий уровень жизни граждан. В Республике Беларусь леса являются одним из основных возобновляемых природных ресурсов и важнейших национальных богатств.
По ряду ключевых показателей, таких как лесистость территории, площадь лесов, запас растущей древесины в пересчете на одного жителя, Беларусь входит в первую десятку лесных государств Европы. Еще одним преимуществом, которое отмечают для себя иностранные инвесторы, является наличие преференциальных режимов. Сфера деятельности таких режимов обширна. От стимулирования высокотехнологичных и направленных на экспорт производств до развития регионов республики без привязки к определенным видам деятельности. Компании, например, могут снизить инвестиционные затраты и налоговую нагрузку при размещении своего бизнеса в рамках преференциальных режимов. Агентство работает с инвесторами в режиме одного окна. Мы сопровождаем проекты на всех стадиях их реализации. Мы отвечаем абсолютно на все вопросы и оказываем эту консультационную поддержку абсолютно бесплатно. Агентство регулярно обновляет и ведет ресурс «Дорожная карта инвестора». Это карта Беларуси, на которой указаны все имеющиеся в стране инвестиционные предложения, а также объекты недвижимости и земельные участки, которые могут быть использованы в качестве производственной площадки. У нашего агентства обширная сеть контактов и партнеров по всему миру. Мы регулярно организовываем различные форумы, мероприятия, вебинары, сами и также с партнерами. Мы регулярно проводим различные исследования. У нас есть достаточно большое количество обзоров отраслевых. Также у нас есть база инвестиционных предложений. И, возможно, у нас еще есть дополнительная информация, которая будет вам полезна. Если у вас есть какой-то вопрос касательно ведения бизнеса в Беларуси, а также касательно реализации здесь инвестиционных проектов, будем очень рады взаимодействию. Добро пожаловать в Беларусь. Остаемся на связи.